Сегодня принимали очередную квартиру моих клиентов в Светлогорске 3. В доме, который был сдан летом, на дачной 6. Море здесь всего в 400 метрах. До новой набережной города Светлогорска 10 минут пешком по красивому лесу вдоль реки. В этом комплексе у меня есть квартира в сданном доме 46 метров, которую вы можете приобрести. Притом я скажу, что это очень выгодно, потому что цена ее сейчас такая же, как в строящихся домах, даже чуть меньше. Это переуступка от дольщика. И самое главное, что квартира уже готова. Можно делать ее отделку и сразу заселяться, жить, отдыхать, сдавать ее в аренду. Аренда здесь 5000 рублей в сутки в летний период.